Всем здрасте! Всем привет! И почему у нас такое хорошее настроение? Потому что мы сегодня дарим подарки! Да, мы не успели это сделать на Новый год, потому что все были заняты при новогодних хлопотах. Но надо же подарить друг другу подарки, это же... Ну как, это же Merry Christmas! Да, это же Merry Christmas! Да. А подарки всегда дарить классно, здорово. А знаешь, что сейчас очень модно? Нет. А в интернете у такой молодежи, как мы... Молодежи. А ходит классный челлендж, когда люди дарят подарки монотонные, моноцветные. Короче, в одном цвете. Однотонные. Однотонные, точно. Просто Новый год еще никак мозг не станет на место. Я предлагаю поиграть в наш челлендж. Давай. Ты готова? Да, я готова. А мы как раз узнаем, насколько мы знаем друг друга, и те ли цвета мы выбрали, куда брали. А если я дам не тот цвет? Ну, значит, ты проиграла в челлендже. Ну, или проиграла я. Мы будем по очереди, давай? Давай на камень, ножницы, бумага, кто достает подарок первый. Да. Камень, ножницы, бумага, цуепа! Эх! Камень, ножницы, бумага, цуепа! Камень, ножницы, бумага, цуепа! Камень, ножницы, бумага, цуепа! Мне кажется, здесь надо уже вытаскивать что-то, спички поломанные. Камень, ножницы, бумага, цуепа! Ты начинаешь первое! Все, погнали! Какой у тебя пакет? Надеюсь, у нас пакет не одинакового цвета будет. У меня вот такой. А что, надо пакет доставать? Ну, было бы круто. Ничего себе, вот это ты подготовилась. Давай, я не смотрю. А хочешь отгадай? Какой подарок будет? Да. Подарок. Что не дарят белые? Тапочки. Только они не белые. А это какой, розовый цвет? Ну, он разноцветный. Угадай, что я тебе подарю. Сейчас я всем покажу. Что подойдет к твоим рогам. Ой. Но она тоже, между прочим, такого же цвета, поэтому я угадала. Здорово. Какие а тапки? Можно я одену? Конечно, можно. Ну, такие классные тапочки, они мне почему-то напоминают радужного единорога. А я буду ходить в тапочках. Да, он мне на джемпер мне не налазит, но какой он классный. Красивая. Я угадала тебе с подарком? С цветом. С цветом. Вообще пушка. Ну, конечно же, когда я буду... Не в джемпере, это прям мой размерчик. Классный халатик, он очень, очень крутой. Очень здоровский. Я долго его выбирала, и на самом деле, не буду говорить цену, потому что, ну, неправильно же говорить цену подарка, которого ты подарила. Ну, нежелательно. Но он по классной цене. Очень клевый. Спасибо большое за тапочки, они нереально крутые, мягкие. Прям они классные. Так, начинаю я. Давай. Не смотрю. Я подарю тебе подарок желтого цвета. Ты же любишь всякие масочки, ты же хочешь себе... Маска-шипучка? Да. Я так и не видела. Вот, а слушай, а тут что-то вот тут и вот тут. Она двойная. Ну, да, я старалась. С кислородными пузырьками. Ты будешь очень красивая, молодая, вечная. Что же будешь? Ну, ты сейчас есть, но вот. Для того, чтобы сохраниться, нужно обязательно пользоваться. А у меня маской. Тоже есть желтая. Правда? Правда. Ого, это очень бомба. Это муцин улитки? Да. Вот эти вот улиточки, которые ползают. Да. Муцин, их ты знаешь, что такое муцин? Ну, это слизь. Да, все верно говоришь. Блин, спасибо большое. У меня, кстати говоря, не было средства для кожи вокруг глаз. А это очень круто. Это комплекс. Погрустнела. Просто так рада. Спасибо тебе большое. Да, спасибо. Теперь я. Давай. Я закрываю глаза. Ой, что у меня есть, что у меня есть. Хоть бы у меня был такой цвет, хоть бы у меня был такой цвет. Не хочу проиграть. Та-дам! О, какой классный! Он же прям новогодний. Да. А почему написано 111 лет? Все сбудется. Не весь 111 лет. Ну, судя по всему. Какой классный крем. Смотрите, Ольга Валерьевна, спасибо большое. А смотри, какой объем. Да. На всю семью хватит. А, между прочим, этот крем... Опять он просто я не могу не говорить, этот крем, он универсальный. Я много... Это да. Да, много-много лет назад покупала в маленьких баночках. Помнишь, он продавался? Да. И его всегда так быстро разбирают, особенно там зимой. А потому что маленький удобно, он...
сумочку. Да, спасибо положить. Тебе большое. И, а у меня есть тоже синяя. Да. А что такое? А вот и не расскажу. Я старалась и лазила на полочках Рубербума. А я хочу открыть. Беспощадно открываю. Love it. Классный запах. Надеюсь, он без феромонов? Ты тогда удачно вышла отсюда? Конечно, я ушла и с собой прихватила еще человек 5 или 6, которые стояли. Очень, кстати, очень классный ароматик. Вот этот вот аромат мне начинает один из нишевых парфюмов. Говорить какой не буду, но реально прям очень классный, свеженький, так, блин, класс. Мне спасибо. Кажется, челлендж удается, да? Ты теперь типа я дарю, да? Типа да. Типа я дарю, закрывай глаза тогда. Не, ну мне правда досталось одно средство. И у меня. О, правда? Я тебе подарю. Какого цвета у нас нет? Зеленый! Ой, слушай, я бы знаю, что ты просто любишь все такое. Ты вот любишь быть красивой, такое прям ухаживать за собой. Ультразаботы, биомаска для волос. Классно. Видишь, какая баночка? Если да. поковыряться, мне нравится ее крышка, можно. Мне нравится вот эта вот, такая классная штука. Ее потом открываешь и вот это закрываешь, и он долго-долго сохраняет свою, ну, вот, да. Класс. А что она делает? Это детокс-маска. Биомаска для волос, да. Разглаживает и дисциплинирует непослушные волосы, препятствует ломкости. У тебя будут красивые, как у дочки волосы, как у Рапунцель. Так, я закрываю глазки, да? Да. У тебя есть тоже зеленые? Или ты проиграла? Открывайте глаза. О, ничего себе! Это же... Вытяжка. Это аква-сыворотка, о которой я мечтала. Ты вот мечтала, прям мечтала. Ты как зубная фея, знаешь, все. Да, только мне деньги не платят. Очень классно. За спасибо то, чтобы большое. Ношу людям радость. Да. Мне под кажется... подушку положи, я приду, заберу. Зуб? Деньги. А, взамен маски? Да. Ну, это уже не подарок. Ну, взамен всего вот этого. И за сколько ты это все купила? Очень много. Не, не буду говорить. В подарках не говорят? Нет. Ну, я могу сказать одно, что я потратила не так уж много денег, а подарок выдался прям ну, на получился смотри, как очень много. Крутой. Ты рада? Да. И я тоже очень рада. Спасибо тебе большое. Классный. Да. Очень классный аромат. Мне все очень понравилось. Радуйте друг друга, друзей, родителей, близких, без разницы кого. Радуйте, делайте подарки и покупайте подарки с выгодой. И продолжайте наш челлендж. Да. Пока. Любим вас, пока.